Как это аппетитно, ребята, я вам скажу. Как это? Ну, это, наверное, малинка. Что это? Пахнет лимоном. Это, наверное, манго маракуйя. Мы его попробуем. Ребята, как вкусно. Боже, как это вкусно. Обалдеть. Это так вкусно. Обалдеть. Там даже кусочки фруктов. Всем привет, мои хорошие. Привет, мои зайчики. Слушайте, были с Робертом в магазине сегодня в Лидл. И там у них сейчас французская неделя. Мы посмотрите, какие вкусняшечки купили. Сыр Норманди какой-то. Кремекс де Норманди. Это бри сыр. Я уже отрезала Роберту, сделала с круассанчиком. Мы взяли круассаны свежие, там очень вкусные, хорошие круассаны. Французский круассан с французским сырочком. Та под кофеечек, вкуснотень. Взяли креветки, мы уже одну открыли упаковку. Они вот так вот стоят красивенько. Они уже готовые, замороженные. Я немножечко там водичка их полила, и они уже разморозились. Вкуснющие. Ой, вкусные девочки, какие вкусные. И взяла набор соусов, смотрите. Здесь honey mustard, барбекю, карри, гарлик, коктейль. Чесночный. Смотрите, ребяточки, какие соусы. Мы еще не пробовали, это мы только-только приехали. Класс. Такая вот коллекция соусов у нас есть. Короче, вкусняшки невероятные. Мы купили такие помидоры интересные. И вроде и сливка, и не сливка. И какой он, непонятно. Но он такой вкусный. Он внутри, вот я сейчас разрежу. Какой он вкусный. Какая вкусная вкусняшка. Мясистый такой. Сока столько. Это вообще. Еще мы купили макароны. Макароны это французский десерт. Здесь, значит, они. Черный шоколад с малиной. Это первый, наверное. Потом шоколад ПР. Шоколад груша. Лимон лайм. Манго пашн фрут. Я не помню пашн фрут. Короче, фрукт такой. Он такой, как зернистенький внутри. Желеобразный. Как же что называется? Маракуйя. Маракуйя называется этот фрукт. Короче, здесь манго с маракуйей. Наверное, этот желтенький. Ну, попробуем. Я уже открыла упаковочку. Сейчас посмотрим, что там внутри. Каждой по три макарончики. Сейчас открываем.